русского языка. То есть вся окружающая среда, кроме детского сада, у нас в Улан-Удэ полностью русская среда. Даже в монолингвальных деревнях, где проживают одни буряты, и то среда русскоязычная. Это начиная с планшеток, с телефонов, и даже дети между собой, маленькие дети, тоже разговаривают на русском языке. На русском языке. И из них мало кто говорит на бурятском языке, но воспринимают некоторые дети бурятский язык. Но многие дети уже не воспринимают бурятский язык. Это дети с 2 до 3, с 3 до 4 лет. И вот я думаю, что по завершению нашего эксперимента мы должны получить активного билингва, который будет говорить хорошо на русском языке и, очень надеюсь, будет неплохо говорить на бурятском языке. Если кратко, уважаемые коллеги, вот так.